Всем добрый день. Решила сегодня салатик сделать. Капуста, огурцы, зеленый лук, чесночок. В общем, все, что вы видите. Сметанка, яйца. Ну, с чего начнем? Килограмм капусты чуть больше у меня обычной молодой. Что-то решила сегодня такой салатик сделать. В общем, разрезаю напополам и начинаю нашинковывать. Просто обычным ножом. Шинковала, шинковала, решила, что это уже достаточно, и оставила кусочек. Тут взвесила грамм 400, поэтому капусты около 700 грамм. Я думаю, этого достаточно. А эту капусточку оставляем. Теперь здесь у меня два огурца, общий вес 300 грамм. Ну, сейчас буду резать и посмотрю, хватит ли. Может, и одного хватит. Режу самым обычным способом. Так вот разрезала, попки отрезала. Здесь зачищу. Шкурка пахнет. В общем, шкуру отрезать не буду. Ну и обычным способом вот так вот. Огурца я использовала два. Ну, только от попки отрезала. Сюда добавила. Они не такие большие, так что огурцов 300 грамм. Вот, перемешала. Следующий ингредиент — это зеленый лук. Пошла на грядку, нарвала пучочек, я не знаю, так вот навскидку сколько. Зеленый лук взвесила, получилось 15 грамм, ну, то есть небольшой пучочек, который обычно вот продают бабушки. Обычно вот так вот режу. Так, яйца у меня сырые, что я с ними делаю? Значит, я разбиваю одно яйцо, вот так. Яйца самые обычные. Так, второе яйцо. И все это взбиваю вилочкой. Добавила я сюда немножко соли, щепотку. Так, взбиваю вилкой и жарю на сковородке, как обычную яичницу. Ну и с этими двумя яйцами поступаю точно так же. У меня получилось два таких... Ну, как блинчика. Вот, один, второй. Даю им немножко остыть. Так, вот, чуть-чуть остыл этот блинчик. Я его свернула трубочкой и начинаю вот так вот нарезать. Ну, еще, конечно, тепленький. Ну, и точно так же с этим. Так, теперь заправка. Здесь у меня 7 столовых ложек сметаны, 15% жирности. Чуть-чуть я сюда добавила... водички обычной, той, которую мы пьем, с которой завариваем чай, то есть питьевой, не с крана. Сюда добавляю натертый сыр, обычный натертый сыр на терке, 70 граммов. И все перемешиваю. У меня остался чесночок. Здесь, ну, где-то грамм, ну, один зубочек такой большой. Знаете, не нашла я дома чесночницы до вилки. Я его просто порежу, чесночок, вот такими слайсиками, чтобы оно было, ну, как ощущался вкус чесночка. Так, значит, чеснок я нарезала не сильно мелко и не сильно крупно, в общем, средне. И добавляю сюда. Так, я чуть-чуть подсаливаю и добавлю капельку приправы до шашлыку. Но нету у меня сейчас перетертого молотого перчика. Капельку вот так. И перемешиваю. Все, заправка я заправила салат. Все перемешала тщательнейшим образом. Можно поставить в холодильник, охлаждаться. Ну, можно сейчас кушать. Всем приятного аппетита. Спасибо большое всем за лайки, за комментарии. И всем пока. До новых видео!